Жители французского альпийского городка Люсерам творчески подошли к созданию традиционных вертепов. Ежегодно здесь проходит целый фестиваль на тему Рождества. Вертепы заполняют все свободные площади, улочки и даже подвалы. Мы приехали, чтобы посмотреть на эту уникальную деревню. Здесь вертепы на каждом углу, и каждый еще более прекрасный, чем предыдущий. Местные жители проявили богатую фантазию, каждый сделал свой вклад. Мне кажется, я впервые настолько восхищена. Подобный фестиваль первый раз прошел здесь в 1998 году. В то время вертепов было немного. Мы начинали с 33 вертепов в первый год, и теперь их более 450. Теперь нам сложно их сосчитать. В Люсераме проживает около 1200 человек, и каждый год в рождественский сезон они принимают до 50 тысяч туристов. В Люсерам приезжает очень много людей в поисках чего-то традиционного, фантазийного и волшебного, в поисках таинства Рождества. Вертепы изготавливают из любого подручного материала. В ход идут и овощи, и дерево, и солома, рассказывает местная жительница Беатриса. Мы идем в лес, чтобы собрать деревянные палочки, мох и выкорчевать пни. Потом каждый создает свое творение. Работаем по чуть-чуть каждый день. На это уходит около 2 недель. Туристы находят вертепы везде – под землей, на крышах башен, внутри церквей, на торговых лавках и в музеях. У меня такое впечатление, что каждый житель этой деревни представил свой вертеп. 24 декабря в городке покажут рождественскую постановку, а выставка вертепов будет продолжаться до 8 января.